Арагамбей. Домик, две комнаты. Домик ухоженный, маленький, но такой готовый для туристов, для принятия туристов. Все есть. Находится рядом с пляжем, в пешей доступности. Здесь входная группа. Здесь можно завтракать, обедать. Ух ты! Здесь настольная игра даже есть. Столик такой. Осталось только научиться, да? Это местная игра. Ну, там правила простые. Вы можете научиться. Это несложно. Свой дворик есть. Так, входим. Гостиная. Посмотрите, какой стол симпатичный. Здесь холодильник, там кухня. И вот одна комната и вторая комната. Так, с кондиционером. Маленькая комната, но прохладная и светлая. Один санузел здесь. Кондиционер работает. Вторая комната. Это две односпальные кровати. Их можно сдвинуть и сделать двуспальную одну. Так. И кухня. Все чистенько, прибрано. Сейчас как раз готовится к приезду гостей. Сейчас люди заедут сюда. Горячая вода есть. Стиралка. В общем, очень уютненько так. Для небольшой семьи подойдет. Или для компании из двух семей.